Мы сегодня приехали на выходной. Всем привет, народ! Мы сегодня приехали на выходной. Мы приехали в парк аттракционов Бельгии. Веселье для всей семьи. Название я прикреплю здесь к экрану. Ну и, собственно говоря, мы сегодня выбрались. Сделаем обзорчик на это замечательное место и покатаемся. И сегодня ждет вас еще челлендж с моим любимым. Позже об этом челлендже узнаете. Да, сегодня небольшой дождь. Но я надеюсь, что он нам не будет помеха. Идем как ходу, у нас уже билеты куплены онлайн. И у нас начался дождь. Встретили нас очень любезно. Идем в Нидерландах. В Нидерландах данный парк. Продвигаемся. Мы здесь еще не были. Посмотрим, что здесь есть интересного. Несмотря на дождь, несмотря на погоду, у нас достаточно большой энтузиазм. Народу практически нету. И утки летают. Как всегда, в каждом парке есть карты, где можно ходить и расследовать территорию. Безумно интересно, что же нас сегодня будет здесь ждать. У Дениса огромное желание сразу начать вот с этой сумасшедшей горки. О май гад! Посмотрите! Она огромная. Это, кстати, лошадь Греции, и это Трой истории. Я не знаю, как правильно говорится. В общем, суть в том, что вот такую большую лошадь дали в подарок кому-то. И внутри были армия. Внутри спряталась армия. И ночью они вышли и начали сражаться. Ну, вот какая-то такая история, Денис мне рассказал. Я так понимаю, что это в Греции происходило. Кругом вообще куча аттракционов. Сейчас мы на что-то решимся. Я, если честно, не хочу на самую страшную в первую же минуту. И Денис направляется... Вот на эту горку, блин, Денис. Он хочет пойти на эту горку, я не очень хочу. Сейчас вы следующими кадрами увидите, как же мы будем на этой горке катиться. Первая поездка на аттракционе была очень эмоциональная. Надеюсь, вам понравилось. И небольшой обзор туалета для вас. Мыло, сушилка, туалеты. Куточка моя висит. Вот так вот. В принципе, все чистенько, все есть. Мусорка. В принципе, чистенько, все аккуратненько, все есть. В парках только и слышно крики да вопли. Я сама орала просто как резаная. Туда мы тоже обязательно сходим. И сейчас Денис хочет немножко перекусить. Мы сегодня очень хорошо подготовились. Взяли яички с фруктами. Также Денис наготовил 3 контейнера. И у нас есть и мясо с рисом, и курица с рисом. Мы взяли соус. Мы покупаем в Альберт Хейне. Денис постепенно вливается в мои влоги. Мы покупаем в Альберт Хейне без жира и без сахара. Вот такие вот замечательные соуса. Нам очень нравятся. Шмакалик. И, собственно, также у нас есть лавашики полезные.
В нашей жизни теперь правильное питание, мы сами как-то постепенно к этому приходим, не мучая себя, а просто готовя полезную еду, исключив всякие чипсы, сухарики, сладкое, десерты. Мы это заменяем сладкими фруктами, ягодами и всем полезным. Единственное, от чего мы не можем отказаться, так это от запрещеночки, от колы Zero. От этого, к сожалению, ну не можем мы отказаться. Погода начала немножко налаживаться, не может нас не радовать. А здесь есть вот такая переправа, но я на нее не пойду. Я думаю, что там, блин, можно намочиться очень быстро. Есть вот такие водные аттракционы. Единственный минус этого аттракциона, что намочиться можно. Но обязательно тоже прокатимся. Будет забавно. Мы стараемся вообще на все возможные, которые есть в парках аттракционы, сходить и иметь такую возможность. И вот такие вот дружбаны у нас тоже тут имеются. Подкрепились, теперь можно продолжить наш путь. Решили зайти в помещение, посмотреть, что там есть внутри. Может быть, что-то есть интересного. Давайте пройдемте, посмотрим. А, ну здесь типа кафе. Давайте посмотрим, что есть в здании. Народ играет, развлекается, кафешечки. Благо у нас еда с собой полезная. О, здесь так хорошо, тепло, кстати, очень хорошо. Здесь все более детское, лазилки разные, тарзанки, кафешки, рестораны. Ну, мы пройдемся, прогуляемся здесь. Карусельки для детей, декорации, ну, прикольные. Но мы были в более таком красочном парке. Европа парк нам больше всего понравился. Ну и Диснейленд, конечно, в Париже это было тоже что-то нечто. Мы решили сходить покататься на лодочках, пока мы после трапезы, мы хотим немножко релакса, поэтому мы идем вместе с вами кататься на лодочках. А вы обязательно лайк, подписка и комментарий. Это очень важно для нас. По крайней мере, мы защищены от дождя. Не надо пристегиваться, можно немножко романтический момент. Вот скажите этому мужчине, он меня тащит на эту страшную горку. Я чувствую, что я еще не готова. Красота, конечно, неописуемая. Птички поют. И мы найдем на страшную горку. Очень страшно. Ну ладно, все, возьми себя в руки. Ты сильная. Ты очень сильная. Ты можешь. Ты можешь? Я не уверена. О май гад, ребята, посмотрите, вот он меня на эту горку ведет. Чтобы вы понимали, сейчас вы увидите, как это все происходит. Уф. Жесть.
Жесть. Ух. Посмотрим. Я не уверена, что я хочу на эту горку, но придется прокатиться. Денис, are you ready? No. You need to... I'm not ready. It's going up. Народ, мне очень сыкотно. Going down, this is fun. Мне очень страшно. Держимся. Я вас держу. О май гад. Денис, are you ready? No. Мы никогда к этому не можем быть готовы. Просто расслабимся. Это круто! Я вас еле удержала. Испугались? Обосрался. Что сделали? Мы решили взять кофейку, посидеть, попить кофе. Ну а это уж точно для нас аттракцион. Посмотрите, какая прелесть. Мелотень. Обалденно. Мы взяли вот такой вот кофе, стоил один кофе 2,95, и что здесь оказалось очень даже интересным. Здесь на территории парка есть аппараты, где можно отсканировать такой вот QR-код, и что же произойдет? Стаканчик мы возвращаем, и деньги возвращаются нам обратно. Очень интересное разрешение, либо оставляете пластиковый стаканчик себе и пользуйтесь в домашних условиях. Это сделано для того, чтобы соблюдать и поддерживать чистоту в парке. Но это не точно. Мы полетели! О, красивые кадры! В общем, я не знаю, что произошло, вы видите мое лицо или нет. Мы начали аттракционы, начался ливень, мы приземлились, мы были мокрые, насквозь начался град, началась такая вот погода, град с ливнем, аттракцион закрыли, мы только приземлились, можно сказать, прибыли остановиться, и начался прям жесткий ливень. Мне кажется, у меня до сих пор лицо все размыто. Я думаю, что моей косметики и живого места не осталось. Нужно идти приводить себя в порядок. Сейчас сквозь эту чащу попытаемся найти уборную, привести себя в порядок. Все пошли вовнутрь. На улице льет, как из ведра. Просто, вот представьте себе, мы начали на аттракционе двигаться, и просто пошел дождик, и буквально, а там аттракцион буквально 10 секунд. А, здесь уборная. Буквально 10 секунд, и мы приземляемся, останавливаемся, и такой ливень начался, и мы с мокрыми куртками уже, с мокрыми лицами уже были на месте. Это вообще трэш, первый раз у меня такое. А если бы начался град еще там, было бы вообще весело. Мы пока остаемся внутри и пришли вот в такое помещение. Oh,
детские аттракционы, шопинги, декорации. Очень красивое оформление стены. Я немножко привела себя в порядок. Благо, у меня с собой есть косметика. Я с собой всегда беру пудру для лица, гель для бровей. И я как подозревала, нужно было тушь с собой взять, и я ее взяла, но пока еще моя держится. Но здесь больше такие типичные аттракционы для детей. Больше, конечно, для детей. Хочу с вами поделиться немного своим, можно сказать, переживаниями и, может быть, спросить совета. Мне любимый дал право выбора на день рождения выбрать подарок. Мы стараемся дарить друг другу подарки в дни рождения, Новый год, неважно, 8 марта, 23 февраля. Но подарки, чтобы они были нужные, действительно, мы всегда спрашиваем, что тебе нужно. Я действительно много думала, я думала о какой-то брендовой вещи, я думала что-то, потому что я люблю, если покупать, то что-то брендовое и качественное, чтобы я это много лет могла этим пользоваться. Я подумала, я сказала, что я хочу перейти на новый этап своего блогерства, и я хочу более качественную, вернее, я хочу свою первую хорошую камеру в своей жизни. Меня любимый это одобрил, сказал, что окей, я не против, мы можем купить себе камеру, которой ты будешь много лет пользоваться, но, по крайней мере, пока не выйдет там супер какая-то крутая камера для влогов. Ребят, я не знаю, я реально в замешательстве, потому что у меня сейчас глаз лежит на камеру GoPro 12-ю, последнюю. И также я положила глаз на DJI Osmo 3, тоже новая. Но мне хочется действительно иметь камеру, а не вот этот вот стабилизатор, который у меня есть, это DJI стабилизатор. У меня есть эта маленькая камера DJI Action. Если вы можете дать совет по поводу камеры, обязательно скажите, пожалуйста. Может быть, кто-то меня смотрит и мои влоги смотрят более профессионалы. Я понимаю прекрасно, я уже столько обзоров пересмотрела на эти камеры. Какие-то камеры снимают ночью лучше, какие-то ночью очень плохая графика. То есть я вообще не могу сейчас определиться, но у меня есть время. Пока я снимаю на свой старый добрый телефон, все так орут. И радую вас контентом со своего айфона. Так что не поскупитесь, поставьте обязательно лайк, напишите комментарий и будьте с нами. Дальше будет еще интереснее. Подписывайтесь и делайте этот долгий и трудный путь блогерства вместе с нашей семьей. Все, целуем, обнимаем, а мы погнали дальше искать крутые аттракционы. Ну, я думаю, имеете представление. На вот такой штуке плывешь, и потом поднимаешься вверх, и резко с горки тебя кидает в воду. Сейчас покажу вам то, что камера сможет запечатлеть, маленькая. Сейчас будет много воды. Ой, как я не люблю это. Люди прям приплывали, мокрые. О май гад. Да я не люблю! Ой!
меня можно полюбоваться, я вся мокрая. А мы когда вниз приземлились с этой огромной горки, меня просто обкатило все лицо водой. Я не знаю, как у меня макияж еще живет. Живет уже своей жизнью. И мы сейчас идем на большую горку, где мы уже катались. И мы хотели бы сделать челлендж. Сейчас мы идем на большую, высокую, высокую горку, на которой мы уже прокатились. Челлендж заключается в том, что из нас никто не должен ни закричать, ни показать какой-то испуг или что-то в этом роде. То есть мы пойдем сейчас вот на эту горку, и мы должны быть сонными, вялыми и пройти весь путь такими. Кто из нас проиграет, мы придумаем задание. Хорошо, договорились? Пишите, кстати, в комментариях, как вы думаете, кто из нас выиграет. Сейчас отправимся на этот челлендж, ну а я с вами готова уже попрощаться. Спасибо, что были со мной. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Делаем для вас, стараемся интересный контент. Показываем, какая жизнь в Европе, в Бельгии. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Всем пока-пока, ну а мы пошли на этот челлендж. И мне очень интересно, кто же из нас выиграет. Все, целую, обнимаю. Всегда с вами, дальше будет интереснее. Все, целую, обнимаю. Пока-пока. Oh, so boring. Oh. Dennis Lewis, I know, Dennis Lewis.